Ну, а это мы выходим на поля. Да. Ну, сейчас пока не дует, можно порассказывать. Потому что, когда ветер начинает дуть, тогда неудобно это все делать. Ну, нема еще ничего, да. Посевной и так далее. Ну, добрый дождь намочил так, что ого-го. Да. Ну, а мы тут, то трава, то еще что-то, да. Или вот так мы. Сидимо и идти никуда не хочем. И все. Да, а другие вон, бачите, по полю. Что его там приманило, не поймешь. Ну, клещи есть. Да, хоть как ты там их не обрабатывай, все равно клещ есть, приходится его сбивать. И все. Вот это же, видите, на них там темненькие ошейники, светленькие ошейники. Вот это же все от блох. Ну, от блох, от клещей, но оно, это вот, бачите, беленькие, это все ошейники от блох и клещей. Но все равно, насекомые такие ядреные, что, ой, ни хрена их не убивает. Да, кроме того, как ты не возьмешь их и физически не убьешь.